Вологодские полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора. В МВД позвонил бдительный горожанин, который сообщил, в кустах на окружном шоссе спит мужчина, рядом телевизор и сотовый телефон. На место направили сотрудников ППС. Как выяснилось, на свежем воздухе отдыхал ранее судимый 37-летний вологжанин, а техника схожа по приметам с той, что ранее пропала в одной из квартир. Как выяснилось, телевизор и телефон подозреваемый забрал у приятеля во время совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин уснул. Украденное мужчина понес в ломбард, но не дошел, почувствовал усталость, уснул в кустах. Вещи вернули владельцу, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Двухэтажный деревянный дом горел в деревне Погонино Череповецкого района. Сообщение о пожаре поступило накануне в 10 часов 9 минут. Сгорелся двухэтажный частный дом. Огонь распространился на площади 217 квадратных метров. Сгорел сам дом, а также веранда соседнего дома. Огнем повреждены стены двух теплиц, стена теплицы и две стены дома. Причины происшествия устанавливаются. В ликвидации задействованы 5 единиц техники, 11 человек личного состава. Сообщение о возгорании автомобиля поступило накануне пожарным. Как сообщает МЧС, в 13 часов 13 минут загорелся автомобиль Opel Vectra на улице Заречной в Вологде. Площадь пожара 2 квадратных метра. Причина – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.